Всем привет, ребят! На этот раз я не стал заморачиваться какой-либо рекламой, делать что-то фильдеперсовое и супер-пупер. Так что переходите по ссылочке в описании на проект Диссонанс, где проводятся слухи, обновления, патчи и все в этом связано по разным мобильным играм. А также мы не забываем по ML и также клепаем по ним слухи. Так что ждем вас. Пока! Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и я бы хотел поговорить с вами о деградации, эволюции. Да, режиме эволюции. Наконец, ее закончили и ввели на тестовый сервер. Я, как True Old, еще помню карты Варкрафта 3, которые использовали такую механику развития. Тогда еще, кажется, не было даже карт по типу Dota. Итак, нам возвращают незаслуженно забытый формат «развивайся или будешь убит». Давайте посмотрим на реализацию. После непродолжительной загрузки видим новую карту, выбираем место появления, после чего нам покажут, насколько густо заселена она остальными игроками. Появляемся мы низшей формой, светляком непрогруженного скина. Атаки нет, и мы безвредны. Срочно собираем желтый песок, видимо. Это опыт, и набрав 3 уровень, получаем развитие. Мы можем выбрать 3 ветки: ближний бой, стрелок, баллиста. От нашего выбора будет зависеть и дальнейший прогресс. Выборов продолжаем фармиться. Появляются крипы, за убийство которых получаем опыт. Из них же выпадает разноцветный песок. Он нам дает бонусы к магии, силе или живучести. А значит, очень полезен, поскольку уже сейчас случаются нелепые стычки. Карта немного глючит и отображает респ не появившихся мобов или наоборот не отображает, но это скоро исправят. Забавно, что на этом этапе скорость перемещения у всех одинаковая, и если за вами кто-то гонится, вы просто убегаете от него, подхватывая кучки опыта. И став сильнее, можете развернуться и вломить своему обидчику. Но нюанс в том, пока вы резвитесь в травке, кто-то качается. На 6 уровне следующий этап развития. Тут выбираем дополнительный навык. Получив 9-й, еще 2 ветки развития. На нем выбираем пассивное усиление. Кстати, если вас убьют на раннем этапе, вы потеряете опыт и уровень, но в определенное время включается режим убийства, и все закончится одной смертью. Получив 12-й уровень, мы выберем героя, а вокруг будут выпадать дополнительные навыки. Честно скажу, не знаю, есть ли развитие еще дальше, поскольку не удавалось дожить, спасибо пингу, от которого навыки работают после 5 нажатия, и потрепанным нервам. На мой взгляд, режим интересный, веселее наскучившей королевской битвы уж точно. Когда его введут в игру, я не знаю. Ну а если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте про лапки. Всем пока!